Дамы, государи, господа, сударыни, всем вам мое почтение. Стихотворение из этого ролика является воплощением всех женских мечтаний и стремлений встретить того единственного. Но, исходя из ролика 197, когда подобный появляется в жизни, то всерьез он не воспринимается. Что говорит о том, что жизненный путь женщины является утопией. Лохвицкая Мира Александровна. Дневной кошмар неистощимой скуки, что каждый день съедает жизнь мою, что давит ум и утомляет руки, что я напрасно жгу и раздаю. О, вы, картонки, перья, нитки, папки, обрезки кружев, ленты, лоскутки, крючки, флаконы, пряжки, бусы, тряпки, дневной кошмар унынья и тоски. Откуда вы? К чему вы? Для чего вы? Придет ли тот неведомый герой, кто не посмотрит, старый вы или новый, а выбросит весь этот хлам долой? Спасибо.